поймали с поличными. В Сургуте задержали наркодилера в одном подъезде одного из домов. При себе у него нашли более 200 граммов кристаллообразного вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Мужчина приехал в Югру из Казахстана. Он признался, что собирался распространять вещества через тайники и закладки. Полицейские возбудили уголовное дело. Теперь наркоторговцу грозит наказание до 20 лет лишения свободы.